такой молодец, что да, предложил до сюда дойти все-таки. До этого мемориала. Видим, что ты снимаешь? Блин. Я тут, какой я молодец. Все дела. Как в Колизее. Слушай, солнце так пригревает, да? Угу. Мы дойдем туда? До вот того форта? Да. Я боюсь, мы можем не успеть. Хотелось бы, конечно. Успеем. Но если сейчас туда пойдем, то мы должны успеть. Давай. В принципе, чтобы дорога вот туда была вот так прямая, то можно было бы успеть. Блин. Камни, камни. Пока мы поднимемся, мне захочется раздеться. Такой дороги нету, да? Угу. Mm-hmm. Ну кто тут не ходит, что ли? Может быть. Может, какая-нибудь охраняемая территория? А может, она где-то оттуда, в подъезд? Да, наверное, он тоже реставрирует. Обломались. Закрыто на клюшку. А? Закрыто на клюшку. Не видно горы, не видно. А глазами видно. Мама Армения. Ну это до мамы Армения. Да, видишь, я же хотел чопку крепость. Вот тут, вот мы сейчас обойдем, посмотрим. Ага. Горы, горы. О, сейчас, по-моему, видно даже горы. Это вот сюда на солнце не видно, да? Спустимся до дороги, попробуем поймать такси, чтобы съездить на вокзал.
Это можно с ним и все туда, да? Да. Да, даже в мягкие. А? Надо в мягкий вагончик. А вот в какую сторону поедем? Туда? Давай спустим. А в какую сторону поезд поедет? Туда. Что, в первый вагон пойдем? По-моему, это тоже мягкий. Ну, все одинаковые. Oh, my God.
Ницце. В Ницце? Хотя светофор горит зеленым, смотри, пешеходный, а он не дает пешеходу пройти. А, тут с мигалками. А, вон он что. Кому так, зеленый коридор. Точно. Показалось.
Вопросов есть много. Есть смысл. Нет, конечно, слова.